Молодые активисты района попытались найти продавцов, занимающихся нелегальной продажей алкоголя. Свой рейд общественники проводили у метро «Новочеркасская». Ловить за руку недобросовестных продавцов вызвались 10 добровольцев, в том числе и несовершеннолетние. Именно они выполняли роль покупателей. Однако ни в одном из 4 магазинов, где подростки попытались приобрести алкоголь, работники торговли не купились на провокацию. Продавцы, как и положено, требовали паспорта. Наш рейд он не нацелен на то, чтобы кого-то пристыдить, показать, какой, скажем так, творится здесь произвол. Продовольственный. Это хорошо, что на самом деле сегодня у нас был абсолютно объективный рейд, и ни один продавец никаким образом не нарушил законодательство. Это радует. Молодые люди намерены продолжить рейды на территории Красногвардейского совместно с дружинниками и при поддержке администрации района. Если факт продажи несовершеннолетним все же будет выявлен, активисты немедленно обратятся в полицию.